Всем привет, друзья! Меня зовут Полина, и это нетипичное для меня видео. Очень скоро ко мне приедет мой щенок, и к этому событию мы как следует затарились за упаковками. И специально для вас я решила снять видео о этих покупках. Кстати, да, ребят, запомните эту историческую дату. Сегодня день, когда Полина впервые сняла видео о покупках из зоомагазина. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Делали зоопокупки мы в двух магазинах. В магазине «Любимый» и в магазине «Модно Каста». Первый заказик мы сделали в магазине «Модно Каста». Нашей первой покупочкой стал вот такой бежевый коврик. Коврик от фирмы «Трикси» размером 100 на 70 сантиметров. Дальше мы выбрали вот такой лежачок бежевого цвета с лапками. А с другой стороны лежачок коричневый. Лежак от фирмы «Трикси» размером 120 на 75 сантиметров. Лежак очень мягкий и приятный на ощупь. Нашей следующей покупкой стал вот такой бежевый плед с интересным принтом. Пледик также от фирмы «Трикси», размером 150 на 100. Для щеночка мы купили набор для чистки зубов от фирмы «Трикси». В наборе есть паста, щетка напальчник для массажирования десен и большая зубная щетка. Взяли специальный шампунь для щенков от фирмы Perfect Coat. Айошкин когтерез немножечко затупился, поэтому мы решили обновить и его. Когтерез от фирмы «Трикси» самый большой, 17,5 сантиметров. Мы немного не угадали с размерами игрушек. Игрушки мы взяли от фирмы «Трикси», латексные, зеленое колечко и хрюшку с пищалкой. Для Айоши и щенка мы выбрали вот такие брелки-фонарики, чтобы ночью не терять собак из виду. Следующий наш заказ мы сделали в зоомагазине «Любимый». Мы взяли корм от фирмы Royal Canin, 4 килограмма для щенков гигантских пород. Купили средства для приучения щенка к туалету. Канатик от фирмы «Трикси». Латексную курочку с пищалкой также от фирмы «Трикси». Для ухода за глазками мы выбрали средство «Росинка». И наша последняя покупка, которую мы сделали в официальном магазине фирмы «Люпасан», это минеральная добавка «Люпасан Гелинкрафт» специально для суставов собаки. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайки, пишите внизу комментарии, подписывайтесь на наш канал. А на этом все. Мы вас всех очень любим и обнимаем. До новых встреч. Пока-пока.